Всем привет! Сегодня у нас 20 июля 2020 года. Украина, город Кременчуг. Представляю вашему вниманию новейший сорт моей коллекции. Сорт диплоидной сливы Black Splendor. Красномясый сорт раннего или среднераннего срока созревания. Вот такие вот великолепные крупные плоды у этого сорта. Сорт в том году весной привил в дикую лучу, выгнала вот паган такой. И в этом году я получил первый сигнальный урожай. Получается, сорт рано вступает в плодоношение, что так быстро показал первые плоды. Плоды крупные, вот в руке сейчас сорву, продегустируем. Перенес приморозки этого года, 2020-го, в принципе, хорошо как цвел, тут было около 10 цветочков, так и завязался. То есть вот плоды у меня на веточке завязались, и вот еще два плода висят. Очень красивый, шикарный, сейчас сорву. Опа. Вот такой в руке плод, такой приплюснутый. Очень крупный, такого черного цвета. Очень крупный. Это рыночный сорт. Вот гляньте, какие кабаны. Рыночный промышленный сорт. Для рынка, конечно, товарность у него очень-очень крутая. Плюс очень красивая красная мякоть. Сейчас разрежем, посмотрим, какой вкус и какой вес у этих первых сигнальных плодов. Ну, меня сигнальные плоды реально удивили. Своим размером очень крупная. Крупноплодностью. Так, давайте посмотрим сравнение с спичным коробком, какой плод. Вот. Ха, вообще просто громадный. Вот так вот, очень крупный. И также само хотел показать сравнение с куриным яйцом. Вот куриное яйцо, довольно таки крупное, елки-палки, падает. И сам плод, можно видеть, какой именно размер. Вот, диаметр в руке. Крупные, крупные. Ладно, давайте смотреть вес. 120 грамм. Ну, отлично. Он может дотягивать до 150. Ага, вот 140 грамм. Блин, ну машки такие. Реально крупные, что яблоки. Это помельче плоды. Это 96 грамм, и это я разрезал плод, 102 грамма. Но все равно для сигналок размер шикарный. Давайте сейчас разрежем, посмотрим. Ох, какая сочная. Это вот полностью спелая. Те еще на дереве не доспели, я решил не снимать. Косточка тут, я так понял, не отделяется. Блять, залил все весы. Короче, вот так вот. Красная такая мякоть. Дулькой. Очень сочная. Интересно, какой же у нее вкус. Вообще, как буряк мякоть. Вот так. Пожалуйста, сорт Black Splendor. А этот плод сорвал, елки-палки, он еще чуть зеленоватый. Эти уже именно спелые. Давайте посмотрим по соку. Сока много очень. Течет. Давайте продегустируем красоту эту. Уже дождь сейчас начинается, елки-палки. Дюшесовый аромат. Чем-то он мне напомнил сорт сливы персик слива по вкусу, но не такой явно выраженный. Очень сладкий, очень сильный аромат у этого сорта, просто класс. Охрененный сорт, ребята, я уверен, что не посадит. По вкусу он всем понравится. Я думал, что на нем он больше такой заточенный сорт,
для промышленников, для продажи, сам вид, сама товарность. Но я, блин, не ожидал, что он такой вкусный. Он реально очень похожий на сорт персик слива. Именно по самому аромату. Там вообще бомбезный аромат. И тут тоже класс. Да вы что? Вообще. А ну вот этот попробовать. Да. Стоит садить данный сорт себе в сад, в коллекцию. Он реально будет заслуживать большого внимания. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.